Серьезный пожар в Новоивановском, пострадало складское помещение, торговый центр и сгорел жилой дом. Первая информация о ЧП появилась в местных пабликах около 2 часов дня. Предварительно сообщалось, что очагом сгорания стало складское помещение. Здесь на месте начальник тушения пожара, штаба по тушению пожара не стал давать никаких комментариев. Мы вручную насчитали здесь 10 расчетов из Реутова, Голицына, Москвы. Видно, что сюда стягивалось подкрепление со всего Подмосковья. Серьезный был пожар. Мы смогли поговорить с очевидцем событий, вернее, с пострадавшей женщиной, которая живет, которая жила в доме, который сгорел. Здесь было 2 семьи, вот что она рассказала. Поддоны, они сжигают поддоны. У них вот этот бачок железный, они туда закидывают эти поддоны и сжигают эти поддоны, лишние штучки. А сегодня что было? Сегодня из-за ветра, из-за жары огонь весь колыхнул, их поддоны зажегся через эти поддоны на деревья и нашу крышу. И они специально не потушили. Видели люди, они убежали отсюда. Увидели, убежали. У вас весь дом сгорел? Весь дом, 2 дома сгорело. Тут живут 2 семьи. Весь дом сгорел, абсолютно. Из ваших никто не пострадал? Нет, пострадавших нет, но моральный, физически пострадавший, вот, стоим. Ну, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что пока нет никакой информации о пострадавших людях. То есть видно, что материальный ущерб будет большой, но похоже, что люди, к счастью, не были задеты этой стихией. Из людей никто не пострадал. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».